Дорогие коллеги, друзья, Дмитрий Каждан вновь приветствует вас. Сегодня пойдет разговор о расческах G45 и 335. Ну, о 335 мы уже говорили, я сейчас хочу вам рассказать краткое сравнение, да, собственно, в чем отличие двух расчесок, да, то есть в чем уникальность. Значит, смотрите, данная расческа придумана Юспарком для того, чтобы, опять же, приблизить нашу форму к идеальности, чтобы она была идеально замерена со всех сторон, чтобы она была идеально ровная. Для этого здесь была придумана вот такая линеечка, да, то есть, как вы видите, здесь у нас в 335 ее нету. Да, то есть это вот одно из особенностей, да. А затем в данной расческе был придуман вот такой вот, видите, такая выемка, да, здесь этой выемки нет, да. Для чего это было придумано? Это было придумано для того, чтобы вы могли сделать угол оттяжки, да, там замерить, приложив к голове, как видите, показано здесь на рисунке, вы можете спокойно отмерить угол оттяжки, да, там 45-90 градусов. Эта расческа, она лишний раз доказывает то, что Парк делает свой инструмент для точных стрижек, да, чтобы ваша стрижка была максимально точная. Здесь у нас, видите, то есть сантиметров нет, да, то есть тут она, вот этот сантиметр, раз, два, три, да, вот, то есть вот эти дырочки, они служат как сантиметр, также, чтобы и хорошо влага испарялась с расчески, да, или когда вы в руке держите, чтобы влага не застревала у вас на ладонях, то есть она испарялась достаточно быстро. Значит, в дальнейшем, ой, извините, дальше, расческа, в принципе, повторяет там всю ту же самую форму, да, то есть, видите, она такая же. Вот, видите, если вам заметно, то есть они совершенно одинаковые, то есть обушки у них совершенно одинаковые. Значит, принципиальное отличие вот, собственно, вот в этой линеечке, да, здесь этой линеечки нет, и в отмерке угла, да, то есть вот 90-45 градусов. То есть я вот эту расческу также советовал там любителям, педантам, которые там любят вообще стричь, чтобы совсем все тютельку-тютельку было, да. То есть я рекомендую там преподавателям, своим ученикам прививать то, чтобы они советовали ученикам этот инструмент, чтобы они стригли четко, чтобы можно было вот так, знаете, там оттянул прядочку, замерил, так, хоп, ровно у тебя с одной стороны, да, ровно, хоп, оттянул с другой, тоже ровно. Все, то есть, если меня смотрят какие-то преподаватели, советуйте данную расческу своим ученикам, начинающим, да, то есть, я думаю, они подсядут на то, чтобы у них стрижки их были идеальные. Также оговорюсь, что, ну, мне кажется, вот по моим наработкам, да, данная расческа удобно стричь как средние, так и длинные волосы, да, короткие, наверное, будет неудобно. Хотя, когда я общался с одними преподавателями из академии, да, то есть они также стригут и короткие стрижки, то есть им они тоже удобно. Поэтому мое видение, да, то есть вы можете, в принципе, не разделять, да, то есть вы, если вам будет удобно вам стричь там короткие стрижки данной расческой, стригите, это нормально, нет тут четких каких-то там понятий. Просто я с вами делюсь, ну, как бы я, где бы я ее использовал, как бы я использовал, да, то есть вот эти две расчески. Вот, что я вам еще могу о ней сказать. Значит, данная расческа также выдерживает нагрев 220 градусов, если вы будете работать ей под утюг, да, к примеру. Очень удобно, кстати, использовать ее, когда, допустим, длинные волосы вытягиваете под утюг. Вообще, то есть, великолепно, удобно, классно. Вообще, она лежит в руке, и удобно ей вытягивать волосы. Даже вот тут, если посмотреть, да, то есть, вот видите, 220 градусов. Она, с ней можно работать, и ничего вообще ей не будет. То есть, она, зубцы не расплавятся. Сам тестирую регулярно, ничего не плавится. Вот. Вот такая у нас, собственно, расческа. G45, вот такая у нас 335. Ребят, будут вопросы, коллеги, спрашивайте. Всегда рад поделиться с вами
своим опытом, своими наработками, как я использую эти расчески, где. Спрашивайте, не стесняйтесь, я вам вышлю в любой регион России, задавайте вопросы, буду рад вам ответить. Спасибо, что были со мной. До новых встреч!